Всех приветствую, 18 мая, Славянск. По обстановке в городе все по-прежнему без кардинальных изменений. Касательно обращения в предыдущем ролике о поиске человека нашли, обменяли контактом, все хорошо, всем огромное спасибо, кто участвовал в этом. Также хочу обратиться в начале ролика за помощью. Необходима непосредственно сама коляска для человека с ограниченными возможностями и также колесо. Если есть у кого-то какая-то информация о том, где это все можно приобрести, то, пожалуйста, сообщите. Почта сейчас тоже не работает на прием, даже в городе Краматорск, поэтому доставить неоткуда. Возможно, у кого-то есть контакты либо информация, кто сможет все это приобрести в близлежащих городах, либо же в нашем городе непосредственно. Заранее всем огромное спасибо. С утра город был снова в дыму, отчетливо было слышно запах гари. На протяжении дня постоянно слышны звуки боевых действий, но ситуация остается стабильной, насколько это можно воспринимать в нынешнее время. На сегодняшний день прошла информация о том, что не будет газа в городах и в Донецкой области в принципе, но пока еще есть, поэтому поднялся ажиотаж на электрические плиты, их в принципе нету в продаже, надо завозить только с других городов, на рынок должны привезти, но пока еще не знают самого непосредственно дня поставки. На самом деле всего много хотелось бы рассказать, но, наверное, не все сразу, потому что каждый день очень много эмоций, очень много информации, очень много переживаний, встречаясь непосредственно, и если взять во внимание, со смертью, с теми, кто ее несет, с теми, кто ее ищет, и с теми, кто от нее бежит. Поэтому эмоционально в день можешь пережить разное по-разному, и не всегда это было приятно сказывается. Хочу пожелать всем мира, добра, благополучия, взаимопонимания и крепости духа в наше нелегкое время. Прорвемся. Всем пока.